Доброе утро. Аня. Максим варит кофе. Смотри уже. Смотри. Да, Сен? Все, нажал, что ли, уже? Да. Мама не успела. Вот кнопочки нажимал, да? Вот здесь. Там у нас, не смотрите. Я вам не показывала, мы зеркало убрали. Нам многие писали, уберите зеркало с прихожей. Да, оно очень так стояло. И, в общем, однажды у нас Максим к нему подъехал и чуть не уронил на себя, поэтому мы его оттуда убрали. Здесь Денис его очень хорошо закрепил. Не бойтесь, упасть не должно. Он там его так закрепил, что он говорит, если только вместе со стеной упадет. Вот. Но мне просто нужно было зеркало в полный рост, чтобы на себя смотреть. Вообще, мне кажется, хорошая идея, когда вот это зеркало на входной двери. Если бы я вот сейчас выбирала, я бы выбрала входную дверь с таким зеркалом. Очень удобно. Когда одеваешься, сразу сама себя видишь. Ну, у меня опять глажки много. Я до сих пор глажу, да. Не знаю, как-то вот привыкла, не могу теперь. Раньше ничего не гладила, и постельное белье не гладила, и нормально жила. Это вот точно как диагноз с этой глажкой. А сейчас уже настолько привыкла, не знаю, как-то мятая, не поднимается рука убрать в шкаф. Особенно детские вещи. Мне кажется, вот когда их погладишь, они мягче становятся. У нас вода очень жесткая, и вот вещи такие немножко жестковатые. Несмотря на то, что все порошки уже сейчас с кондиционерами идут. В общем, буду гладить. Вот ты свиненок. Кто хрю-хрю? Ты хрю-хрю, да? Ты хрю-хрю. Скажи, я просто проявляю интерес к еде. Вот это хрю-хрю. Он пытается и рукой кушать, и ложку у меня бьет к себе в руки, в рот тянет ложку. Класс, да? Да, бабушка все позволяет. Как смешно, как интересно. А главное, сколько стирки потом, уборки. Ну, это же все вторично. Главное, чтобы ребенок получил удовлетворение. Mm-hmm. Да? Как это вкусно. Ты что, лепишь, что ли? Как это вкусно, из гречки, да, Максим? Как это вкусно. Ты бы хоть в рот закладывал, что ты руками-то ее мнешь. У меня в холодильнике завалялось слоеное бездрожжевое тесто. Хочу попробовать сделать такие завитушечки. Все, кроме меня, уже, наверное, попробовали такое сделать. А я еще нет. С беконом и с сыром. Бекон размораживается. Слоеное тесто домашнее, которое делают. Его же в комок потом собирают. Все равно. Теперь закрываем все это второй полоской. И надо все это вот так перекрутить. Надо еще попробовать это сделать. В общем, вот так. Промазала я яйцом сверху кунжут. Свернула уж не очень красиво, как получилось. Но я тороплюсь, если вы сделаете все аккуратно, у вас выйдет намного красивее. Ну, а это уже готовые. Ух, папа и врет. Смотрите, типа это, кукурузные палочки как будто достает, а там тыква в руке отварная. А этот не понимает ничего и ест. Спасибо. Сейчас папа еще даст, подожди. Кукурузку сейчас подаст. Давай, вон кукурузку папа даст. Ой, какая кукурузка вкусная. Да? Вот это кукуруза. Ну, брокколи-то вкусная. Папа сам такое поел бы. Ну, давай. Еще что там у вас в пачке с кукурузой есть? Давай, вот папа еще достал. Хомяк ты. Мы к самкам приучаемся. Ааа.
как он сидит. Это вообще вот такой дела. Как барин. Тебе уже ходить надо, а ты катаешься в корыте. А сидит, смотри, как сидит. Смотри, посмотри, как он сидит. Я тебя съем! Я его крабок, я тебя съем! Приехали мы к свекру, до этого заезжали с Максимкой, хотели его в гости сводить, его не было. Сейчас приехали, он тут какую-то, он ту кучу кидает. Вот тоже неугомонный, такой же, как Денис. Денис у него не сидит на месте, что-нибудь надо делать. Это многоквартирный дом, здесь вот видите, немножко такая лужа, ее, видимо, привезли закидать. Он трактор ждать не стал, решил сам. Сейчас мы все дела сделаем и домой. Представляете, у нас радость. Вот там за нами делают остановку, прямо рядом с нашим домом. Вот же тоже. И вот здесь вот прям вот вообще в двух шагах от нашего дома тоже будет остановка. Почему мы так радуемся? Потому что остановка, помните, я беременная тогда ходила где-то, наверное, с километр, да? До перекрестка километр. До перекрестка километр. И вот на перекрестке у нас только была остановка. А сейчас прям делают возле нашего дома. Мы вообще очень рады, потому что... А может, они перепутали? Может, все-таки там только? Если даже там, это 20 500, шагов, 500 да, метров, это не километр. Это супер, значит, сюда будет ходить автобус. Это просто замечательно. Это будут детки ездить в школу, не надо будет уже отвозить. И все такое. И я могу выезжать одна, даже без Дениса. Супер. У нас продолжается стройка, наши рабочие работают. Они сегодня начали кладку уже класть. Сегодня хорошая погода, до этого лил дождик, сегодня вот первый день. И все, строечка у нас идет. Отсюда. Так, сейчас покажу, что Wildberries взяла. Взяли игрушки, одного уже Максимка забрал. Это игрушки для ванной, они все идут без вот этой штуки. Видите? Без пипочки, чтобы туда вода не заходила и не образовывалась там ни плесень, ничего. Но я еще взяла даже не из-за плесени, а из-за того, что у нас Максимка их все тянет в рот. Даже когда сидит, купается... Он когда в рот тянет, вот из этой пипочки вода льется ему в рот. А тут вот получается они без ничего. Поэтому, ну и он вообще у нас любит такие игрушки. Он их в рот тянет, грызет, они резиновые. Взяла животных. Потом вот эти удлинители для боди. Спасибо, кто написал. У меня куча бодиков, которые он еще не износил, а они уже маленькие. И вот взяла удлинители на боди. Посмотрю. Потом долго сомневалась насчет этой покупки. Стоит этот костюмчик 2000 рублей. Не очень-то дешево. Я все думала, действительно или нет. Это термобелье из шерсти мериноса. 100% шерсть мериноса. Оно до плюс от плюс 10 до минус 20. Вот. Тут бодик и штанишки. Посмотрим. Пока ничего сказать не могу. Но очень много хороших отзывов. Очень хвалили. Вот такая фирма. Не знаю, кто пользовался, напишите. 100% шерсть мериноса. Вот тут состав. Готовится. Там выдерживает магнит. Мама такие полки купила, смотрите. Не для Максимки. На холодильник цепляется. Классно. Такие пузырёвочки, там они не отдают. Прям... О! Ой, что я натворила. Смотрите, какие магниты мощные. Я говорю, вот так вот я. О, мне тоже можно все купить. У нас же здесь будет продолжение купленного гарнитура, а здесь полочки сделаны. Дим, вам даже 4 можно купить. Дашь мне ссылку? Даже 4 можно купить. Вот здесь класс. Очень будет хорошо смотреться. А знаешь, как это... У кого-то пакеты мусорные, у кто-то вот, ой, блин, кто-то вот так, ой, блин, вот так да, делают, вот они так, красиво, вот так. Смотрится в интерьере. Угу. Не... Денис, покажи, как это я, ну это, смотри, как место эконом. Чего ты мочишь, чего? При
лежал сильно этот зубчик. И вот смотри, и вот они экономят место, а вот смотри, вот до сюда будет у вас это. А посмотри, как они сочетаться будут вот с этой, да, со столешницей. Да, смотри, полки. Мама себе купила, но я, наверное, тоже все такие закажу. Вот смотри, они с вашей столешницей, да? Как будто. Вот смотри, они место экономят. Они, куда, как папа, они разные, и цвета разные. Хотя вот до 5 килограмм. Бутылки можно поставить, да? Бутылки, какое-то лекарство. О, прикольно, спасибо. Она же это, смотри. Она себе купила. Вот. Не, я говорю, надо купить бутылку. Смотри, вот они со столешницей, вот тут же будет продолжение столешницы. И вот будет хорошо смотреться. Нормально будет, они даже интерьерный. Да. Удобно будет. Они вот какое-то лекарство вот давать ребенку, вот такое же, вот у вас все вот в этой корзиночке. Да, что валяется, но... И вам 4 можно? Да хотя бы вот 2, то хорошо. 3, вам... 3, наверное, надо, чтобы 4 будет лишнее, а так вот повесить еще одну туда. Вот сюда вот. И все, и нормально будет. Да. Скажу себе, кинешь мне ссылку? У меня он не так будет смотреться, у меня красный этот. Ну да, вообще. А вот у вас вот именно вот с таким надо. Угу. Короче, красный, классный. Ты можешь повешенцы заведеть? Я говорю, да, вот представляешь, она как сочетаться будет. Со... Это уже все тут. Мне семью погрузили. Казалось бы, что-то простенькое, да, а вот как оно, да. Это, да. И я даже не видела таких. Классные, железные. Ой, блин, не оторвать. Ты рвешь, ну магнит вообще крепкий. 5 килограмм там заявлено держит. Ну, они наверняка держат, да. А, я взяла. А у меня это, мне надо, чтобы бутылочки Максимкины это, на месте были. Там бутылочки, там какое-то, вот это питание, которое мне тут. Ты где нашел это? Где нашел? Давай, читаем книжку. Смотри, тут было веселье. Мишка на гармошке играет. Та-та-ти-та-ти-та-тай, а-та-ти-та-ти-та-тай. А-та-ти-та-ти-та-тай, вон лиса пляшет, ежик пляшет, зайка пляшет. Давай дальше. Киска, да? Киса. А это не такая книжка, кисуна. Это... А, ты глазки трогаешь? Глазки, да. Я думала, он трогает то, что там у нас есть такая тактильная, которая киска, если говоришь, она гладкая. Мягкая, вернее. А это кто, мышки? Мышки, смотри, несут. Это... Ягодки будут ставить самогонку, брашку. Да, еще листать? Давай вот так. А, кто это? Мальчик, девочка. Они грибов набрали. Сейчас будет суп варить грибной. Да. Она чирик-чирик, воробьи. Птички, да? Птички. Они не мягкие, Ксюм, не мягкие. Все? Все прочитал? Ох, чтец. По 33 раза за день эти книжки заставляют листать. Они уже мне надоели, честно. Все? Ай, да, вот эту, которая мягкая книжечка, давай. Вот так, мягкая книжечка, давай. Перья все выдрал, цыпленку. Цыпленок без перьев у нас. Давай, вот так ножки сделай. Идем, листай, листай. Листай, давай. А, корова, вот это мягкая, да, вот это потрогай. Корова, у коровы есть ребенок с длинным хвостиком теленок. Встало солнце над лугами, он спешит навстречу к маме. Да, давай, давай, листаю, листаю, еще надо листать быстрее, то он не успевает. Хрю-хрю, это твои родственники, хрю-хрю, потому что ты кушаешь, как хрю-хрю. Да. Да, она гладенькая. Давай вот так. Киска. Вот здесь есть где погладить. Вот. Киска. Мягенькая киска, да? Смотри, сколько кисок. У кого-то дома, черти что, 4 киски. Они, наверное, на шторах катаются, да? Барашек. Вот тут тоже можно погладить ручками. Барашек. Максим. Максима. Ай-тяй-тяй. Ай-тяй-тяй. Собака. Ты еще собаку не разглядел, да? Носик у нее. Все. Все прочитал. Ай-тай-тай. 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 Ай-тай-тай-тай-тай. Ай-тай-тай-тай-тай.
Это ты читал уже сегодня. Что будем читать? Все будешь читать обратно. Миша косолапый по лесу идет, шишки собирает и в карман кладет. Давай, листай сам. Листай. Вот это листай. Вот так листай. Да, Миша. Миша. Ну, листай. Да вот листай сам. Падай, что ли? Иди. Вот видите, я уже с утра на тренажерах. На самом деле время 9. А нам что делать, если мы в 6 встаем? Максимка нас будет. Вот мы ездим туда-сюда. Приехали сегодня к родителям сюда, к маме. А здесь у них тренажеры, мы вышли гулять. Естественно, никого на улице нет. Мы одни, как психи. О, вот этот классный. Мама на велике гоняет. И на ручки идем. А я, скажи, могу еще дать тебе шишку? На шею, ой, что? Ой. Любимая шишка. Что там? Из волос. Что там? Довольный. На шею все. Ты маме на шею все? Да, и довольный. Приехали мы вот сюда, вот в такую часть города, где строят новый асфальт, как это, плитку кладут, в общем. Нам нужны поддоны, и вот здесь вот видите, от плитки, вот они остались поддоны, вон их сколько много. Мы у рабочих спросили, они нам разрешили взять, вот Денис забирает поддоны. Грузит их на машину, мне кажется. Сейчас машина прогнется под грузом этих поддонов. Город нас облагораживают, видите, кладут плитку. С той стороны вот сначала клали, с той стороны дороги, а сегодня с этой стороны дороги кладут. В этом году, вернее. Поддоны попросили наши строители, потому что они же дальше будут кладку ложить, класть, как правильно, класть, наверное, не ложить. И там понадобятся строительные леса. Вот для этих лесов нужны будут поддоны вот эти. Видимо, они их сами будут, эти леса, делать. В общем, попросили, мы им привезем. Заехали на фруктовую базу. Взяли фруктов. Вот арбуз, дыню. Надо вообще арбузов несколько штук потом возьмем, чтобы дома лежали, мы их хорошо едим. Злащу баклажаны и перчик. Хочу суп сварить из баклажана. Ага. Арбузы. Сказали узбекские. А строителям отдать? Мы этому Максимке купили очередную машину. Очередной транспорт. Мало ли ему. Короче, Денис ездил на прием, и ему продлили больничный, потому что колено еще болит. Приехали домой, Дэн говорит, я сейчас пойду столбы выкладывать. Я такая говорю, сейчас я, говорю, тебя сниму. Ты знаешь, что твою жену в комментариях загнобили? За столбы твои. За что? За то, что я тебя не жалею и гоню выкладывать столбы. Че, совсем что ли? Нет, я должен сидеть, когда время, час-полтора у меня образуется, что теперь я же там не напрягаюсь, спокойненько выкладываю. С чего тут? Не знаю, почему я виноват, потому что ты столбы выкладываешь. Странные какие-то люди. Не, ну давайте я буду валяться на кровати, на жопе ровно. А они хотят, чтобы ты лежал на диване, ага. Да. Я даже одна написала, я говорю, так он работает в свое удовольствие. Она пишет, ты ему не даешь получать удовольствие валяться на диване. Не, ну странный, конечно. Просто удовольствие у всех, наверное, разное, да? Ну, вот он-то и дело. Ну, я же тебя не гоню с плеткой, скажи людям, что... Ты никого не гоню. Я тебя не гоню. Сына посидел, время есть, успел, чуть-чуть спит или что, теща приехала. Так он еще хотел сам этот пристрой строить. Да еще я его уговорила на строителей. Не смогу, я не такой строитель.
Так, ладно. Перешли к тому, что мы купили. Мне девчонки в Телеграм дали рецепт супа с баклажанами, с перцем. Я обязательно его приготовлю. Такой был аппетитный на фотографии. Спасибо, девочки. Такие яблоки вкусные у нас продают. Яблоки купили. Творог купили. Книжки мы не нашли. Ездили по всему городу в поисках книг. Вообще, кстати, у нас, знаете, куча игрушек, всякой лабуды, а книжных магазинов, даже тот, который у нас был, я не знаю, он, по-моему, закрылся. Не, короче, он в соседнем, мне кажется, там. Купили вот такую штуку еще. Сейчас мы садимся обедать. На Фикспрайсе купить ему книжки. Мы до этого покупали же ему картонные. Он у нас такой чтец. Это вообще я вам вставлю как-нибудь отрывок, как он читает. Он заставляет по 10 раз в день. У него книжки стоят вот в доступе, вот здесь, прям на диване. Вот они стоят. Я их немножко меняю, ну, то одни, то другие. Но он уже их все знает. Он уже по 150 раз их перечитал. Все картинки знает. Но ему надо, чтобы вот кто-то сидел, ему эти книжки листал. И что-нибудь рассказывал. Не обязательно, что там написано. Главное, чтобы ты что-нибудь рассказывал. Вот. Я ему хотела уже какие-то другие купить фикси. В два фикс-прайса заехали, нету нигде книг. Заехали в офис Мак. Говорю, у вас есть книги? Ну, она бы нас подвела, но там такие книги какие-то не очень. Картинок почти нет. Вот. И, в общем, не купили. Тут Денис купил Максимке с зарплаты вот такой автомобиль. Красивый. У него, конечно, куча всяких уже игрушек, чего-то нет. Но Дэн ему давно такой автомобиль хотел купить. И вот нашел, купил, багажник открывается. Я думаю, он будет рад, когда домой приедет. Сейчас он у мамы. И я ему купила шапок. Мы из всего выросли. Все шапки нам малы. Все, что носили, получается, вот в том году. И купила такие со скидкой. Вот одна такая шапчонка. Не сейчас. Чувствуешь? Ты хочешь тоже? Ты хочешь то, чтобы я тебя пообнимала? Обнимаю сейчас Максимка, пока уехал. Варежки взяла 99 рублей. Руки уже мерзнут, сегодня ледяные. У нас 12 градусов, ребят. Вот это август. Это вообще нечто. Ну, все удивляются. Каждый день дожди и холод. И вот такую шапку, она уже такая потолще. Тоже недорогая, что-то 250 рублей, по-моему. Это уже, ну, может быть, даже вот на осень уже, когда снежок пойдет. Пока взяла, пока такие цены, потому что дальше, наверное, будут больше цены. Симку оставили у мамы, она сама попросила, чтобы мы его привезли. Оставили, сейчас Денис пойдет выкладывать столбы. Я займусь домом, мне тоже есть что делать, и рекламу надо снять. И по дому, и его игрушки, и перебрать, в общем, одежду, которая мало остала. Ну, в общем, сейчас займемся. Только поедим. Конечно, буду. Только что моей машинки не называть. Я назвал трактор, самосвал, бульдозер, поливалку и кран. Набивай мячик и говори. Я знаю 5 машин. А когда начнешь называть машинки...